каждая управляющая компания, которая обслуживает дом, у них находится в управлении, что называется, комфорт или безопасность от 10 и более семей. И вот эти компании должны, наверное, больше осознавать, что зарабатывая деньги таким образом, они эти деньги забирают у конкретных людей, у конкретных граждан, у конкретных семей, и они должны отвечать за качество предоставляемых услуг. Можно пойти по пути уголовных дел, можно пойти по ужесточению репрессий, но мне кажется, может быть, с вашей помощью, с помощью прессы, показывая даже, и, может быть, в следующий раз, если будем, беря интервью у этих управляющих, самих физических лиц, мы, может быть, привлекая общественное внимание к этим людям, можем больше сделать пользы, чем этим террором и закручиванием гаек. То есть этим людям должно быть стыдно работать и брать деньги за те функции, которые они некачественно выполняют. И я думаю, мы такой проект, может быть, с вами совместно обсудим, встретимся с вашими руководителями, с вами. И, наверное, все-таки опубличивание таких некачественных людей и функций, оно, может быть, больше эффекта даст, чем репрессивные меры. Все-таки я к этому больше склоняюсь.